Если ты еще не начал играть в Warface, то тебе очень сильно повезло, ведь сейчас ты можешь начать играть с бонусами, а именно с донатом, випкой и крутыми пушками. Просто зарегистрируйся по одной из ссылок в описании. В первую тебе дадут весь боевой сет с крутыми пушками, за вторую ты сможешь открыть золотой кейс абсолютно бесплатно. И то, что с него выпадет, тебе сразу передадут на твой новый аккаунт. А если все же хочешь начать играть с випкой и очень редкими пушками неон, то регистрируйся по третьей ссылке. Если ты прошаренный чувак, то просто возьми и забери весь донат со всех ссылок. Получи огромную кучу доната и нагни всех новичков, ведь не все знают про эти акции, и ты сможешь спокойно набить себе офигенную статку и также быстро накопить кучу варбаксов и открыть крутые пушки. Также в описании будет ссылка с гайдом, где также можно забрать редкие пушки совершенно бесплатно. Ссылки на все ты найдешь в описании к видео. Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега. Как и обещал, набралась куча лайков, теперь мы апаем себе левел до 100. Не знаю, сколько это денег будет, тут говорил 7000 боевых черепков, но у меня уже 35 уровень. Так, открыть уровень, это получается, я не знаю, какими это призы, я понимаю, что тут можно сразу, получается, дойти до конца и за какой-то открыть последний уровень. Так, ну я хочу посмотреть, что за награды мне дается. Нож Бобби, чуть за фигня, это реально за 35 уровень мне такая фигня дается. Ну, 75 черепков это не особо много, чтобы, естественно, саму это открыть, это уже попотеть нужно, чуваки. Но я хочу посмотреть именно, что за награды мне будут давать, поэтому я самолично сейчас буду открывать. Тактический топор, здесь знак... Вы чё гоните-то? Что за говно мне выдается? Сразу, друзья, хочу сказать то, что... Чем больше лайков, тем быстрее будет выходить весь этот закуп DLC. Абсолютно все буду тут скупать, хотя я уже много чего скупил, но потихоньку буду добавлять еще кейсы. О, кейс! Нихера себе, 500 дымов! Вау, как много! Интересно, сколько нужно времени, чтобы самолично поиграть и апнуть все это добро. Но пока мне дают какое-то говно. Кто там спрашивал, билеты не за это дают, а билеты дают за ежедневные, еженедельные задания. Еженедельные задания, они доступны, но на одной неделе. И выполнить их все можно за бабки, это за 700 черепков. Вчера на стриме играл, просто жесть какая-то. Два уничтожения, у меня чуть жопа не сгорела. То не считается, то тебя выкидывает. Это полная жесть, админы, чините скорее этот синдикат. Я не знаю, за синдикат это лагает, что выкидывает тебя. А, чуваки, потно. Выполнять какие-то вот подобные задания, это реально потно. Удачи вам получить задание, у меня жопа сгорела. Может, конечно, кому-то нравится, когда так жопа горит, но я не особо получаю удовольствие от игры, когда вот так все попадает, все баланс, вот эта вся фигня. Кстати, друзья, в этом видео также разыграю 3 допуска к этому синдикату. Если он у нас уже есть, то получите кредиты или же боевые очки. Чтобы принять участие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Блин, что это за... Тут что, рандомно, кстати, выдаются какие-то некоторые награды, но что-то иногда какая-то прям жуткая фигня. Интересно, уже кто-то 100 уровень. Все думают, да, если за бабки можно апать, то 100 уровень уже кто-то апнул. Так, а что награды не дают? Уровень получен, а награды ни хрена не дают, что-то понять не могу. Может, просто не высвечиваются награды, а так, по идее, просто должно давать уровень получен. Так, почему ты мне не показываешь на... А во, это что такое? Выберите класс для награды. Класс для награды? Что? Оружие штурмовика навсегда? Блин, инженер, снайпер. Давайте снайпер по... Блин, что это за дерьмо, блин? Давай, рандом, блин. Господи, ну что, я думал, знаете, типа какой-то рандом будет. И такой 54-й, чуваки, у меня уже уровень. Вот они, недельные задания. А, уровни. То есть, это недельные задания. За 50 уровень, походу, дали. Ну, в принципе, неплохо. Но я думал, знаете, типа, как коробка удачи будет, и мне могут там берету синдикат дать, могут еще что-то синдикатовску дать. А тут обычные пушки карбон. Надеюсь, сейчас, я даже не знаю, честно вам говорю, не знаю, что там за 100 уровень, что там, в принципе, дальше. Я награды еще не смотрел. Я знаю, что я буду выполнять все это дело и с вами вместе смотреть. Но пока что какое-то говнецо. Ну, это с инженеркой. Мне бесит, знаете, почему это говнецо? Потому что это на один день. Меня очень сильно напрягает, когда я вижу иконку на один день. О, камуфляж карбон Орсис навсегда. Бич. Это неплохо. Можно попробовать все это по-быстренькому продать, когда будет доступно. Может быть, реально кто-то купит за 400-500 кредитов, потому что, ну, потихоньку люди будут выполнять 50 уровень, качать, и это все превратится в то, что это будет стоить все по 100 кредитов, по 50 даже. А, в принципе, если можно понять хотя бы там 400 каких-то лишних кредитов, я, в принципе, не против. Также, друзья, через неделю, скорее всего, я куплю себе краки на другой площадке. Мне там попадали пару... платиновых кейсов, но я очень сомневаюсь, что я успею его собрать, но я очень хочу... О, еще какой-то камуфляж всегда. Ну, карбон такой себе, скины такие себе пушки, мне больше хочется синдикаты там на Акальфа, на Крис, блин. Не знаю, где, кстати, эти синдикаты можно было получить. Ну, скорее всего,
Так, что-то опять не показывает, походу. Опять, да, опять какая-то классовая награда. Ах, ты говнюк, типа ты все равно меня заставишь получить все эти скины. Ну хорошо, давайте получим. С Кракеном очень сильно хочется поиграть. Очень хочется прям взять и поиграть с ним. И, ну, ждать, пока мне там эти ресурсы сраные повыпадают. У меня время столько нету. Хочу с ним поиграть, хочу посмотреть, что это за оружие. Поэтому, ну, уже много кто собрался, кланы, уже много часа кланов собрали. Поэтому, мне кажется, спокойно за 1012 кредитов его можно будет купить. Ну, скорее всего, не в первый день. В первый день, может быть, да, будут пытаться люди очень дорого его продать. Но потом спокойно возьмешь и купишь его по какой-нибудь средней цене в 12 тысяч кредитов, 15. Ну, 15 тысяч я тоже готов, в принципе, отвалить. Но, мне кажется, подождешь неделю, он уже десятку будет стоить, то еще не меньше. Потому что сейчас очень много, многим сыпятся ресурсы. Прям вообще сыпятся. Как видите, у меня еще 8 тысяч черепков есть, так что еще много чего можем закупать. Еще есть куча... О, Фостер Регион, это прикольно. Фостер Регион, просто ни одного скина у меня нету. Погнали дальше. Уже 75-й, пацаны, уровень. Напоминаю, это первый день синдиката. Сегодня только первый день он официально запустился. Первый официальный день синдиката. Так, что я забыл, что выбирал. Вроде на медика я не выбирал. Поэтому давайте возьмем на медика. В принципе, пофигу. Скины, мне кажется, они будут очень мало стоить. На торговой площадке, когда все этот уровень начнут апать. В первый день... Поэтому, надеюсь, это все дело очень тестовое. Такой стрёмный, серый какой-то дизайн. Надеюсь, допилит какой-то нормальный дизайн. Сделают еще всякие... О, май, вот Ремингтон уже прикольный. Камуфляж навсегда, заметьте. Запилят нормальный дизайн. Добавят еще какие-то функции. Может быть, со временем вернут оперативников. И будет все нормально. Потому что сейчас, честно говоря... Вот честно, вот мое личное мнение, худшее пока что DLC, которое только может быть. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете, но мне кажется, что даже зимняя охота была круче, потому что это вообще фигня какая-то дикая. Не понимаю, в чем тут смысл. Может, админ наконец-то перехотели раздавать людям. Типа, каждый DLC ты окупаешься. Мне кажется, это DLC ты тоже в любом случае окупишься, но, есть, конечно, но. В прошлых DLC ты это делал как-то все дело полегче. Короче, когда начинается так скипать без наград, это нужно выбрать какую-то награду. Вроде бы снайпера еще не выбирал. Но, в принципе, пофиг, говорю, скина не будет, скорее всего, очень дешевый, потому что, ну, со временем все сами это апнут. У меня нету времени все это дело апать. В Киеве, в принципе, нельзя было апать. Там 50 уровней было, и тебе нельзя их было их за бабки апать. Ты должен был именно играть. А сейчас сделали, опять же, что все можно за бабки. Конечно, прикольно было, если бы сделали то, что нельзя за бабки, мне пришлось бы играть. В любом случае, о, май, вот это FNFL, чуваки, ADSA. Правда, у меня он золотой есть, и, в принципе, он такой же желтый, но он прикольный. Выглядит клево. Кейс, синдикат. Скоро кейс также подвезут, вроде в понедельник обещали кейс подвезти. Кастом навсегда, это даже не скин, это именно пушка отдельная, да ладно. Реально за... Капец, смотрите там, о, май, серьезно, за последние уровни что-то нормально дается навсегда, потому что вот это говно на время меня вообще, ребят, не интересует, меня именно интересует пушки навсегда, сайга навсегда, капец, да ладно. Надо попробовать их первые дни продать, честно говоря, не переводить себе, потому что, опять же, напоминаю, они будут стоить очень мало, когда спустя месяц, там, 2 месяца, нужно попробовать их продать хотя бы там, ну... За 500 кредитов, может быть, кто-то купит. Почему бы нет, хрен его знает. Покупать же люди, можно Кракен будет с доброй душой купить. А Т-308 синдикат навсегда. Блин, твою мать, какая же она красивая. Ну ладно, я потом скин куплю. Думаю, скин тоже где-то можно будет получать. Мне отдельные пушки вообще никогда не нравились. Мне нравились именно скины на оружие. Потому что можешь обычно бивать. Да ладно, сейгрей навсегда. Блин, конечно, очень хочется себе перевести. Но я все же подожду скин. А скин все же как-то покруче будет. О, мне интересно, что мне дадут за 100-й уровень. Это все же 100-й, сука, уровень, все же, сука, последний уровень. Вот на чуваке, это последний уровень, да! И мне... А что мне дали-то? РПД кастом? В смысле? А, не, подожди, это на выбор, наверное, да? Для наград за уровень 100. Вот это, чуваки, донат навсегда, серьезно? Это получается, что это такое? Орсис? Ну, Орсис это не то... Надо какой-то донат взять, но что-то прям сомневаюсь. Ладно, возьму донат, это РПД, потому что все же донат, орсит не донат, ни хрена. Ну а что, чуваки, 100-й уровень, 100-й уровень в первый день. В первый день апнуть себе 100-й уровень. Клево, давайте посмотрим, что у меня теперь из наград есть в моем инвентаре. Так, интересное достижение, 5-й этап синдиката. Давайте передаем, я знаю, что это достижение, но выглядит довольно сексуально. Идем дальше. Эти, ребят, все оружие оставлю для эксперимента. Попробуем с вами эксперимент провести, за сколько их смогут купить в первые дни, потому что мало людей. Но опять же, качну, да, но не особо много людей будет продавать их реально по какой-то крутой цене. Камуфляж, карбон. Давайте, вот, камуфляж на Ремингтона себе заберу, потому что он выглядит шикарно. У меня, правда, золотой есть.
ВМ-ку тоже заберу. Прям то, что мне действительно понадобится, заберем. Я, кстати, думал, что за сотый уровень что-то покруче идут, но донат навсегда. Это тоже клево, это даже очень клево. Камуфляж Орсис пока, в принципе, подождет. Камуфляж РПД пока не надо. Радон, ты именно отдельный радон? Ну, нихера себе. Прикольно, блин, еще какое-то достижение. Мне вот понравилось, что достижение сейчас я еще соберу. Это прикольно. Дмы Гранта 500 штук, 19... Ёкарный бабай, как же у вас много. Так, вроде бы все. Остальные пушки пробую с вами продать, а зайду в игру, посмотрю, что это, как это смотрится. Так, Ремингтон, АВМ, Карбон. Ну, смотрится, в принципе, прикольно. Еще в игру, правда, перезайти надо. Окей, заходим в достижение и смотрим, что у нас тут есть интересного. Получить 40-й уровень, получить 60-й уровень, получить 80-й уровень и получить 100-й уровень в синдикате. И все, что ли? Это только за уровень я получил, получалось достижение. Ну, в принципе, неплохо. За 100-й уровень, в принципе, смотрится довольно... нормально, окей. И самое клевое оружие на планете. Опять же, не заметил, что это оружие навсегда не скина себе перевел. АВМ Карбон. Блин, хотя бы вот такому отдельному оружию сделали какие-то статы покруче, хотя бы прицел какой-нибудь допилили. Ну, это просто вообще неиграбельное говно, честно говоря. Ну, вот как-то так, друзья. Чем больше, друзья, лайков, тем больше будем скупать синдиката. Так что ставьте их, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал обязательно. Все ссылки есть в описании. Начали играть в Warface, обязательно начинайте. По ссылкам в описании. С вами был Серега. Хорошего вам дня. Увидимся. Пока.